жителям курортного района напомнили о лете, о разноцветных полях, цветущих деревьях и пестрых букетах. Открытие новой выставки «Цветы России» состоялось в танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха. Я, собственно говоря, рад присоединиться ко всем к вам, выразить слова признательности и благодарности за очередной творческий этап в городе Зеленогорске, непосредственно в нашем Зеленогорском парке. Ну, я смотрю, «Цветы России», они уже расцветают, как и директор нашего парка, она все время цветет. Радует нас всеми теми мероприятиями, которые происходят в парке, потому что они для нас с вами стали уже очень-очень любимыми. Рада приветствовать всех на замечательном открытии выставки. От имени главы администрации курортного района Александра Валерьевича Забакина поздравляю, Галина Владимировна, вас с открытием и благодарю вас за такую организацию прекрасной выставки. Я особенно люблю выставки, когда посещают, за то, что они удивительным образом преображают пространство. Вот весна у нас вообще не торопится в этом году, а здесь абсолютное счастье, буйство красок, прекрасные цветы. Дорогие друзья, рад всех видеть и хочу выразить слова искренней благодарности Галине Владимировне Смолянской за то, что она собирает нас, объединяет нас. И только по хорошим поводам всегда. Владимир Янтарев, Анатолий Рыбкин, Эльмира Мустафина, Ирина Сергиенко, Михайлова Елена, Владислав Разгулин. Тема цветов близка многим художникам. Именно поэтому на выставке представлено большое количество петербургских мастеров. Также в очередной раз в Зеленогорске экспонированы работы Тумана Жумабаева. В его творчестве цветочная тематика занимает большое место. Картины художника хранятся в Киргизском национальном государственном музее, в частных собраниях российских и иностранных коллекций. Выставка «Цветы России» проходит при поддержке Союза художников и Российского творческого союза работников культуры. Участие в ней приняли также крупнейшие галереи Санкт-Петербурга, в частности, галерея «Мастер». Я всегда говорю, что это моя любимая выставка. Но вот это вот действительно любимая выставка, потому что мы сегодня открываем такую красоту среди зимы. Несмотря на то, что у нас кругом один снег, 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 а вот в танцевальном павильоне у нас сегодня цветы, цветы и цветы. Как правило, мы делаем все-таки в основном персональные выставки, но эта выставка всегда бывает для нас исключением, и местное население очень ее ждет. Потому что зал вообще очень посещаем. И люди, которые живут в Зеленогорске, гости города Зеленогорск, и люди из курортного района вообще очень любят сюда ходить. А когда такая радостная весенняя выставка, она всегда пользуется самым, наверное, большим успехом. Но просто совершенно разные художники. Как правило, мы не повторяем состав выставки и не повторяем картину. Уж точно совершенно картина здесь побесят первый раз. Хотя иногда все-таки и Владимир Янтарев, и художники, которые давно уже стали близкими друзьями парка, они участвуют в выставке. Как правило, мы им делаем персональные выставки дополнительные. Но работа каждый раз разная. Выставка проходит в Зеленогорске каждый год, является одной из любимых у зеленогорцев и каждый раз собирает на своем открытии местный бомонд. В этот раз на торжественной церемонии, помимо приветственных и благодарственных слов, гости стали свидетелями настоящего весеннего концерта.